Если Драконикус хочет выжить в этом мире, ему нужно знать пару важных правил. Первое. Ты не похож на окружающих. С этим ничего не поделаешь, просто смирись. Эй, а можно мне пойти в школу вместе с этими пони? Ты не пони, Мираж. Ради твоего блага ты должна оставаться здесь. В моем справочнике о существах драконикусы изучены меньше всего. Этому нужен... толчок. Теперь, когда у тебя есть сила, пользуйся. Второе правило. Не доверяй пони. Или мулам. Я Мира. Ладно. Или грифонам. Они никогда не платят за работу. Псам, драконам. Погоди-ка, не верь никому. Дай сюда. Здесь. Это территория дракона. Но это не так. Не так. Но... ты думаешь, что можешь просто заходить сюда, когда хочешь, и делать все, что захочешь? Если ты не получил то, что заслужил, соберись силой. Последнее и самое важное правило. Никогда не останавливайся.